Ну и вот наступило все-таки время, мои дорогие. Просили карбонару, а я все держал. Думаю, нет, карбонару. В общем, пора делать карбонару. Но, значит, сразу скажу, что несмотря на то, что это итальянское блюдо, значит, американцы добавили свои ингредиенты, русские свои ингредиенты. И поэтому здесь есть несколько вариантов карбонары. Есть вариант, когда соус делается только на сливках, яйце и пармезане. Есть вариант, который делается яйцо и пармезан. Ну, плюс вода, да, вот это, от варки пасты. В Европе, ну, в смысле, здесь ближе к славян, ближе к нам и у нас, и ближе к Дальнему Востоку по нашей стране, потому что мы вообще занимаем практически половину всего континента, привыкли есть со сливками. Значит, я потом, когда буду делать соус, я вам объясню, если вы захотите без сливок, конечно, сделайте без сливок, да? Давайте, бегом, значит, что делаем? Мне нужно чай попить. Ты что, набуханный, что ли? Я чай пью, не набуханный. Да, комментарий. Вася, ты что, набуханный? Да, конечно, он херачит, что-то там из крошечки. Смотрите. Нужно просто отлить. Ой, ну, в смысле, желтки отлить. От белков отделить. Вот так вот. Оп, желточек сюда. Три желтка. У меня там где-то на пару порций, наверное, макарон будет. Немного, поэтому, знаете, всегда так. Если хотите повкуснее, не жалейте желтков и сыра. Если экономите, разбавляйте все побольше водой от пасты, как делают итальянцы. Будет побюджетнее. Спонсор этого выпуска – Императорский фарфоровый завод. Предприятие с 275-летней историей, представляете? И до сих пор сохраняет традиции и высокое качество фарфоровых изделий. Вот смотрите, вы наверняка вы знакомы, да, вот с этим рисунком, потому что это визитная карточка завода. Это кобальтовая сетка, та самая легендарная кобальтовая сетка, которую, если вдруг бывали в Петербурге и заходили в магазины, то видели. Я, например, сразу узнаю этот рисунок. Кстати, большую часть производства составляет ручной труд, что, в общем-то, и заметно, да, как идеально все подобрано и сбалансировано. Внизу в описании ссылка на сайт завода. Заходите, посмотрите, там много всего интересного. И также регулярно проводятся всевозможные конкурсы и акции, где вы со скидками можете что-нибудь подобрать себе такое, знаете, изысканное. О, у меня уже паста сварилась. Паста у меня сварилась, я ее пока выключаю и ускоряюсь, потому что мне нужно прям реально... Я нашел некую копченую щековину. Ну, во всяком случае, очень похоже на щековину. Я ее крутил-крутил, не нашел в голове ничего, кроме как... Ну, кусок очень похож прям на щековину. Еще делают из панчетты, там побольше мяса, а в щековине побольше жира. Поэтому я взял именно такой вариант, знаете, пожирнее, чтобы вкуснее было по-настоящему. Американцы добавили сливки в это прекрасное блюдо. Вот. Русские поддержали, сказали, да, супер, сливки это то, что нам надо. Мы это любим. У меня на упаковке вообще было написано копченое сало, но к копченому салу, конечно, это никакого отношения не имеет, да? Значит, короче, быстренько нарезаем кубиком, мелким кубиком. Кто-то нарезает там каким-то треугольником, какими-то с полосками. Это крестьянское блюдо. Очень простое. Сыровяльная полукопченая свинина, яйца и макароны. Но да, нашего человека чем можно удивить? Да ничем. И любят карбонару во всем мире за то, что повара, конечно, вкладывают вот этот вот вкус. Знаете, как бы не просто, как попало, готовят, а именно стараются туда вложить все свои знания. Делаем вот что. Быстренько сюда отправляем копченую щековину. Именно копченая, вкусная. Я даже в составе посмотрел специально, чтобы не было никаких усилителей вкуса. Раздавим. У меня чеснок молодой. Шкурка у него мягенькая, я прям несколько чесночин туда бросаю, потом их всегда можно выловить. Нам нужен яркий чесночный вкус. Чуточку масла. Пока у меня там чеснок обжаривается вместе с панчеттой, гуанчале, копченым салом. Или просто беконом или грудинкой. Делаю поменьше огонек, пусть вытапливается. Здесь три желтка. На терке трем сыр.
Не то. На 3 желтка по объему примерно столько же сыра, можно чуть-чуть меньше, там в зависимости от того, что у вас есть. Берите потверже, в идеале пармезан 50 на 50 с пекарино романа. Я сейчас, конечно, матершинными словами ругнулся, но в итоге нужно что-то похожее на пармезан, хотя бы белорусский пармезан, да? Но ни в коем случае никакой российский, ни с какой кислятины, никакой там ничего подобного не должно быть. Никакого кремового сыра, какой-нибудь янтарь, блин, там, этот, плавленый. Ни в коем случае. Должен быть брутальный вкус, брутальный. Вы можете даже взять, есть куча производителей, не итальянских, да, которые делают овечьи сыры вкусные, твердые, которые делают смесь коровьего и овечьего молока, которые делают похожие, знаешь, по пармезану. А, еще же есть... Швейцарский, как же он называется? Грюйер. Вообще прям, это вот, ну, ближайший родственник пармезана. В общем, быстро-быстро-быстро-быстро, у нас там все уже почти вытопилось. Топереча, вот сюда мы добавляем сливки. У меня жирные сливки, я привык по-ресторанному. 35%. Можете брать чуть жиже, проблем нет никаких. Значит, 3 столовые ложки. Ну, у меня здесь остатки, я все это соберу. Обязательно побольше черного перца. Так, пора мне уже туда добавлять, уже все, уже у меня там. Так, это быстренько, оп, смешиваем. Сливки, сыр, яичные желтки. Вот она основа всей карбонаровой жизни. Значит, вот, как только у вас все подтопилось, шкварочки такие появились. Вот оно, счастье. Кто-то любит чуть-чуть обжарить, знаете, сделать мягкой пасту. Можно и так. Тут же в любом случае, нет, даже вот я с итальянцами разговаривал, они говорят, слушай, да нету, все равно все повара готовят по-своему. Воду пока никуда не вливаем, она, возможно, понадобится, да, для, так сказать, усиления соуса. Вот теперь, да, когда мы добавили макароны к бекону, к панчетте, мы должны их слегка обжарить, напитать вот этим вот жиром, чесноком сами макароны. Вкус им дать. Убираем огонь на минимум. Значит, чтобы у нас сейчас никакой паники не было, значит, берем половничек. Немножко добавляем сюда горячей воды от варки макарон. Чтобы у нас чуть-чуть более жидкий стал соус. Сейчас у нас макарошки все равно все впитают. Все, теперь выливаем. Лопаткой все быстро соскребаем. Вот здесь медлить нельзя. Выключаем сковородочку и начинаем яйцо загущать. Яйцо нагревается, желток сворачивается, соус загущается. Но только одно маленькое-маленькое условие. У нас сыр тоже помогает ему, знаешь, загущаться. Нельзя терять ни секунды. Иначе мы потеряем карбонару. Так это же шикарно. Это же поразительно, удивительно и совершенно необычно. Наматываем на вилку, пинцет, на что угодно, так, чтобы это все превратилось в искушение, смешанное с счастьем от поедания такого благородного блюда, как карбонара. Вот оно чудо. Теперь отодвигаем, значит, берем соус. С бекончиком все это сюда. Оп, оформляем. Без бекончика как нам прожить? Никак. Обязательно украсить желточком. Оп. Перепелиным. Второй давайте тоже. И второй желточек вот сюда. Я пармезаном тереть не буду, некрасиво будет. Теперь черный перец обязательно. Оливковое масло. Вот тут теперь экстра вёрджин. Оно должно быть. Вот оно. Как паста итальянская без масла экстра вёрджин. И пару украшалочек каких-нибудь. Я специально для этого прям крес-салатик взял. Какая шикарная тарелочка. Просто вот карбонара, она такая, казалось бы, простая паста. В то же время изысканная. Все, больше не надо. Тут должно быть все так перфекто, так по-итальянски, очень.
попробуйте, то мне только напишите, что вы не любите карбонару. Сразу уволю из моих подписчиков. Как вот могли итальянцы придумать такую вкусную штуку? Уж насколько я не поклонник итальянской кухни, но карбонара это, наверное, единственное, что я ем с преогромным, с превеликим, я бы сказал, удовольствием. Дети просто обожают карбонару, потому что спагетти. Я, кстати, беру спагетти потоньше. Вот это номер 5. Это семерочка толще, а троечка совсем тонкая. Вот пятерочка самое то. Не все делают калибровку производители. Но есть производители, которые делают калибровку. Пятерку вообще рекомендую. Да, никакого терпения нету смотреть на то, как я жру. А ты, кто смотришь этот ролик в 3 часа ночи, иди в холодильник. На самом деле, это просто вот весь космос итальянской кухни сосредоточен в этой тарелке со спагетти. Вот ничего не могу сказать. Браво. Не в смысле мне, а в смысле тому, кто придумал этот рецепт. Приятного аппетита, друзья. Сделайте это шикарнейшее блюдо. Оно у вас точно получится. И кайфуйте. Пока.